12 октября текущего года в Хакимиате города состоялась 59-я сессия 6-го созыва Алмалыкского городского кингаша народных депутатов. Участие на сессии приняли депутаты городского кингаша народных депутатов, заместители Хакима Алмалыка и руководители организаций, имеющих причастие к решению вопросов, стоящих на повестке дня, а также представители местных средств массовой информации. В ходе сессии было рассмотрено 10 вопросов. Это формирование и использование денежных средств фондов «Доброта и поддержка», «Женская и молодежная тетради», отчет попечительского совета фонда «Молодежной тетради» о деятельности за январь-сентябрь 2022 года, отчет попечительского совета фонда «Женской тетради» за третью четверть текущего года, деятельность фонда «Доброта и поддержка» за третью четверть, а также обращение фонда от 29 августа 2022 года номер 04-21-22 и номер 04-20-22. Оказание финансовой помощи и поддержки семьям, женщинам и молодежи, нуждающимся в социальной защите. Презентация Управления юстиции города Алмалыка от 11 октября. Утверждение состава городского совета по профессиональному образованию. Работы, выполненные в третьей четверти 2022 года по проекту инициативного бюджета. Распределение и направление средств городского местного бюджета, а также заявление Дадамурода Баратова, депутата, избранного в Алмалыкский городской кингаш народных депутатов от 14 округа. По всем пунктам повестки дня были приняты соответствующие решения. Лавозим ва фамилиялар бўйича овозга қўямиз. Розилар? Раҳмат. Қаршилар? Бетарафлар йўқ. Кенгаш таркиби тасдиқланди.